Кастер. По-моему, два. Да. Мешочек. Чего, ага. Вот коленочки. Вышли пар. Мне дали подписать бумагу, что я на эту процедуру иду добровольно, что медицина не является точной наукой, и что в случае чего претензий, то есть, никто иметь не будет. Я увидел у врача на столе лист, и вот в этом листе я прочитал, что смертность при этой процедуре 17%. То есть я уже как бы сбиваюсь со счета и считаю, сколько я лечился в клиниках, только по следам от катетеров, которые остаются вот здесь на груди. Справа и слева у меня в общей сложности 17 шрамов. 27 человек. Во многом похожие судьбы. Дорога под гору была легкой и скорой. Выбирались обратно долго и мучительно. Они уникальны, потому что до сих пор живы. Несмотря на то, что испытали на себе и ужасы наркомании, и ужасы последующего лечения. Вводят в состояние наркоза, помещают тебя в ванну, и температуру тела доводят до 44 градусов. После этого ломки начались такие, которых у меня, наверное, не было в тот период, когда я употреблял. То есть я убежал из больницы и сразу же побежал колоться. Это была методика, которая используется совершенно для других целей. Это гипертермия. Повышение температуры тела в ванне до 43, ну не до 44, до 43 градусов. И используется она обычно для лечения онкологических заболеваний и иногда для лечения ВИЧ-инфекций. Евгений Брюн, психиатр-нарколог, заместитель главного психиатра Москвы по наркологии. Никогда не было, нет и, наверное, никогда не будет какой-то методики, которая бы была панацеей, которая бы помогла достаточно большому числу ребят избавиться от наркотиков. Это всегда какая-то индивидуальная работа должна быть. Евгений Брюн по роду службы постоянно сталкивается с бывшими пациентами негосударственных альтернативных наркологических клиник. Это те самые кипы газетных объявлений. Это те самые ролики по телевизору, где гарантируют, что вылечат за пару месяцев и навсегда. Каким-нибудь хитрым, эксклюзивным способом. Я прихожу, меня сажают на черное кресло, одевают на глаза черную повязку. И на голову, ну, просоединяют очень много разных проводков, после чего мне говорят, расслабься, и я очнулся от того, что я подпрыгнула так на этом кресле. Я ходила, и два дня у меня вообще шок был после этого. Я ничего не соображала, и как слепой котенок. Напихали меня какими-то блокираторами и сказали, если ты еще раз сорвешься, то у тебя сразу будет паралич. Но когда возникает желание уколоться, об этом просто забываешь и понимаешь, что все это полный бред. Детокс, там как вот там, палаты, да, и в палате по двое человек живет. Стоит телевизор, можно в любое время, можно курить в палате, прям лежа на кровати. Ну, не знаю, вот это такие вещи, то есть я лежу, а вы меня лечите. Капсула, которую мне подшивали, которая на 2,5 месяца, она дает гарантию. То есть если я употребляю, я то есть не чувствую наркотика. Для меня это было как бы какое-то ограничение, запрет, то есть на наркотики. А как я не знаю, как мне можно было помочь, запрещая что-то? Вообще методики, относящиеся к так называемым запретительным методикам, мы их не очень любим, потому что на страхе жить невозможно.
Страх разрушает душу. И развивать душу, в которой не страх Божий, а страх, там, я не знаю, эспирали или антоксона или там налтриксона, блокатора опийных рецепторов. Жить невозможно на страхе. В зданиях, где они находятся, там шикарные ремонты, там сауны, бассейны и все, что хочешь. Ну, как бы это не помогает, а наоборот. Я прошел лечение у Назарлиева, где-то около месяца я у него пробыл. Приехал домой, и через 2 дня я сорвался. Сначала я приехал, заплатил 5, и потом сорвался еще 1,5. Мне делали 2 комы. И потом делали стресс-шок. На 4 часа тебя выводят в состояние, грань между жизнью и смертью. И вот 4 часа там что-то делают, что, я даже не знаю. Мне мама рассказывала, что ведет человек себе, ну то есть я вот себя вел как дурак, как идиот, там я не знаю. Я стучал в унитаз, думал, что там барыга. Я ловил тараканов, кушал. Ну то есть... Вел себя как полный дебил. При этой методике используется атропин. Атропин – это сильнейший яд, нервный яд. Причем сам по себе способен вызывать зависимость. В больших дозах он вызывает состояние шока, комы. Последствия совершенно убийственные для мозга. Ну вот, грубо говоря, дырки в голове остаются после прохождения этих методик. И таких больные потом к нам поступали, слабоумные или с тяжелыми неврологическими расстройствами. А влечение к наркотику как было, так и остается. Минздрав эту методику не разрешает на территории России. Я была в одной клинике, лечилась. Преображение на Большой Очаковской в Москве. Вот. И смысл этой клиники был в том, что как бы предоставить наркоману все условия. То есть там платишь $100 в день. Вот последний раз я лежала 3 месяца, мама заплатила 9 тысяч долларов. Пока я там лежала, у меня была возможность употреблять героин. Как мне кажется, что они вообще рассчитаны на богатых буратин. Под словом «буратин» я подразумеваю родителей, которые готовы сделать все, чтобы спасти своего ребенка. То есть содрать деньги, наобещать золотые горы, но они уже заранее знают, что ничего из этого не получится. За многими этими клиниками стоят еще и криминальные структуры, поэтому мне не хочется это называть. Если вам говорят, что мы 100% вас излечим, если вам говорят, что мы вас научим правильно употреблять алкоголь, то вот те люди, которые говорят такие фразы, это мошенники, которые заведомо знают, что они этого сделать не могут в принципе. Потому что это знает любой врач, начиная с 3-го курса мединститута. Так как говорят, ну, допустим, у Маршака, что мы вылечим всех, только приходите, или Назаралиев говорит, мы вылечим всех, только приходите, вот это даже не медицинский подход. Если мне говорили, какой я хороший и замечательный, и мне все в комнату приносили, и телевизор там поставили, и дали и покушать, там, и чуть ли не с ложечки покормили, то здесь я это все делаю сам. Только когда я пришел сюда, мне здесь на это показали на то, что я ничего из себя не представляю, я ничего не умею вообще. Я не умею жить, я не умею общаться с людьми. Меня зовут Тимур, я наркоман, мне 24 года. Я житель этого дома на первой фазе, я из Новосибирска, рад тебя видеть. Не употребляю наркотики без 4 дней, 3 месяца. Меня зовут Олег, я чист 1 год и 2 дня. Это может быть последний шанс. Место, где они живут сейчас, не клиника. Они собрались здесь, чтобы построить дом и жить коммуной. Под наблюдением психологов, но опираясь друг на друга. Они должны прожить здесь не меньше 2 лет. Очень важно научиться как отношению, как бы любить людей, какие-то такие простые вот человеческие качества,
То есть, вот я говорю, мы вечерами там собираемся, можем сидеть там за столом, петь. Как тут такое семейное, простое. Такие у нас вот такие в доме слова, ну, я вот рассказываю, то, что там, слушай, там, например, вот это там нечестно или вот это несправедливо. Главное – это путь спасения, духовное развитие человека. Как это происходит, каким способом, через коммуну ли, через приобщение к церкви или через путешествие, там, я не знаю, к истокам цивилизации, в горы, там, куда угодно. Они работают в две смены, чтобы до морозов успеть провести тепло. Им дали возможность и дали понять, никто не будет строить новый дом за них. Ну что, вот что еще осталось? Нужно перенести керамзит. Ну давайте я буду носить керамзит, пожалуйста. Да он тяжелый, Ю. Нет, нет. Это не тот керамзит, это керамзит с крыши, он с этим самым цементом.